Идея создания поезда музея Новониколаевск-Новосибирск появилась в 2009 году. До этого фонд реализовал проект «Уроки русского», когда мы в каждом вагоне метрополитена размещаем листовки «Говорите по-русски правильно». Пришла идея о размещении больших образовательно-просветительских вот таких материалов, которые будут полезны пассажирам метро. Подумали о краеведческом проекте, проекте, который будет рассказывать пассажирам метро об истории Новосибирска, о его возникновении, о развитии и о том, чем живет наш город сегодня. И в конце 2010 года удалось при поддержке метрополитена и мэрии города Новосибирска реализовать этот проект. 25 декабря, в год 25-летия Новосибирского метрополитена, прошла презентация 4 первых экспозиций поезда музея Новониколаевск-Новосибирск. Поезд оказался настолько популярен и востребован, что мы в течение года меняем 4, иногда даже 5 экспозиций. Но если назвать интересные, мне как автору все кажутся интересные, да? Экспозиция, посвященная столетию Александру Ивановичу Покрышкину в 2013 году, 90-летию Арнольда Михайловича Каца, 50-летию ГТРК «Новосибирск», 110-летию первого завода Новониколаевска, заводу «Труд». Даты ключевые для истории Новониколаевска, Новосибирска, они, конечно, интересны прежде всего новосибирцам, но и гости города отмечают уникальность этого проекта, потому что за 20-25 минут, когда они находятся в вагонах поезда музея, перед ними разворачивается такая мини-история города. Они за это нас всегда благодарят. Ну а сейчас мы планируем уже показать новосибирцам 28-ю экспозицию. Есть постоянная творческая группа проекта, в которую входят сотрудники краеведческого музея, это социальные партнеры проекта, конечно, представители метрополитена. И каждый раз, когда мы готовим новую экспозицию, в творческой группе появляются новые люди, которые имеют непосредственное отношение к тем материалам, которые мы будем размещать в экспозиции. Но наш проект, конечно, прежде всего адресован молодежи. И поэтому, когда мы видим, что молодые люди, находясь в каком-то из вагонов поезда музея, фотографируют на телефоны какие-то материалы, нас это очень радует. Мы всегда стараемся показать такие документы или факты, или фотографии, которые ранее мало публиковались или не публиковались вообще. И наша цель – заинтересовать пассажира метро, который в этот момент становится посетителем музея, с тем, чтобы он дальше поискал материал вот по тому факту, который ему показался интересен. Я хочу поблагодарить Новосибирский метрополитен, который на протяжении уже 6 лет в этом поезде-музее не размещает никакой рекламы. Наоборот, для поезда-музея целый состав был освобожден от рекламы. И в этом поезде только вот музейные материалы. И когда мы начинали этот проект с начальником метрополитена, мы договаривались на 3 года существования поезда-музея. Но поезд настолько востребован, популярен, что мы продолжили свое сотрудничество.